Всем добрый вечер. Вот собрался, снимал чуть ли не полгода ролик. Наверное, самая долгая съемка практически. Сильно не готовился. Он так по ходу пьесы буду рассказывать, по ходу видео. То есть Южноуральский рубеж, Челябинская область. Там общая площадь, наверное, где-то в районе 8000 квадратов, садковая. Ну и доросли до тех объемов. Задание в 2016 году было вырасти. Выросли до тех объемов, что не стало не хватать мощностей в основе своей для форели. Поэтому приняли решение достроить новую часть, выбрали место. Было два варианта развития событий. Строить стандартные секции, как LM4, в этом плане 4х10. Ну, там много трудностей, кто знает, что такое LM4, там долго надо собирать все. Ну, то есть хорошая линия, но она должна быть заводского исполнения. Поэтому решили сделать по-своему. Поговорили, все-таки точка зрения моя оказалась правильной, что надо сделать немножко по-другому. Сейчас дальше все посмотрим. То есть сейчас вот мы пособирали все вот трубы секции, это боковые секции линий, это первые нестандартные линии трубы, они не ЛМ-шные, они, ну, там, как я уже рассказывал в одном ролике, там были различные варианты линий. Вот, пособирали все эти трубы, все старые, попрессовывали, ребята до этого все работали. Где-то вот торчат, вот видите, где сейчас кран стоит, из воды торчит труба. Вот это все подоставали, вот они все полуразрушенные, разваленные. Ну, красиво, все красиво должно быть, но должно быть все функционально. Поэтому все эти трубы сейчас ребята подготовили. Сейчас вот манипулятор их привозит, собирает по всему рыбхозу, где они лежали. Спускает на воду, плавкран их цепляет, и чтобы долго не терять времени, потому что манипулятор стоит денег, просто пока аккумулируем эти секции, аккумулируем недалеко от заезда, потом дальше будем транспортировать. Ну вот, в принципе, вы сейчас видите все там, я не знаю, в увеличении скорости, там, я не знаю, то ли 32, то ли 64, все быстро, классно, но это заняло там где-то, наверное, в районе дней, либо дня, либо двух, наверное, вся эта транспортировка. Уже сейчас по времени точно не помню. Помню, что это был 2019 год. Мы начали летом. И вот там. Ну, так до конца не закончили. Честно говоря, я ушел. Как мы достроили маленько, так оно и пока осталось. Ну, видимо, пока им хватает этих объемов. То есть стандартная, как я говорил, ЛМ-шная секция 4х10, 40 квадратов, мы делали, сделали 120 квадратов, потом дальше увидите. То есть сейчас пока идет аккумуляция, вот как я говорил, этих труб. Все, сейчас вот, что там еще интересного-то можно рассказать, даже не знаю, что еще можно интересного рассказать. Сейчас будем, значит, молчать, по всей видимости. Я тот еще Спилберг, конечно, но люблю снимать, в основе своей делаю все это на память, в большинстве своем. Ну и такие, конечно, большие какие-то такие проекты, ну, для рыбхоза они достаточно большие, всегда в них интересно участвовать, поэтому люблю и с камерой бегать, и руками работать. Там меня толком не видно будет, потому что я вечно за кадром, потому что ношусь как бешеный. В большинстве своем везде в этом участвую, просто меня никогда не видать. Вот этих секций боковых где-то
Так, их должно быть. Вот будем принимать, я все не стал здесь снимать. И так я много показал. Ну, просто ради интереса, ради понимания, да и себе на память. И чтобы понимали, как это в принципе-то происходит, потому что кажется все легко, быстро, просто как по Первому каналу. Все показали, чик-чик-чик, и все классненько. Оно вот так вот получается. Все долго, мутно и. Ой-ой, как долго. Получается, вот эти секции, что сейчас кран волочет, их где-то в районе ушло. Раз, два, три, четыре, пять, десять, 16 штук, если не ошибаюсь. 16 штук их ушло, и 5 площадок, по-моему, или 6 площадок ЛМ4 ушло. И сейчас уже тут скоро закончим аккумулировать, вернее, я закончу съемку всего этого. То есть, вот видите, вроде быстро все просмотрели, прошло 5 минут, а вдруг приняли уже ее сколько огромное количество. Съемка, по-моему, один день идет. Ну все, тут уже я, по-моему, сейчас. Видите, вот они все полуразбитые. Да. Все, то есть мы все трубы приняли, все попривязали здесь, они все вот тут привязаны. Начнем транспортировку к месту установки. То есть транспортировать по одной очень долго, мутно, поэтому цепляем по 2, по 3. Поплыли. Сейчас даже на таком ускорении будем плыть, но долго. А в реалии это еще дольше. Получается, весь космос полностью оплыть. Движок Yamaha пятнашка. Достаточно такой уже подубитый. Представляете, сколько это плыть? Вот эти все секции нужно будет теперь сюда переправить. Их переправлять, по-моему, будем только не один день. Все, сейчас, в принципе, будет просто видео доставок этих секций. Вот, в принципе, я сейчас уже установил камеру. Я думал с этого ракурса полностью сделать съемку всего происходящей стройки. А это вот как раз аппендицит такой удачный. Потому что, я говорю, хотели строить Redcross вот сейчас с той стороны, где кран заплыл. Туда дальше продолжать к сбросу Гресса. Под тип делать ЛМ-шных секций. Но в каком году? В 18-м я предложил там достроить по-другому способу. В принципе, приняли, достроили, попробовали, удобно. И по этому же принципу здесь будем достраивать, вот в этом аппендиците. То есть получается экономия там материала там в районе, наверное, 25% получилось. А это во-первых. Во-вторых, площадь выигрывается большая за счет этого. То есть из этого имеющихся труб, секций можно было составить, чтобы не соврать. Мы соберем по площади именно садковых, я говорю, 1200 квадратов. Нет, мы соберем не 1200, мы соберем 4, 8 на 12, почти 1000 квадратов мы соберем. Там еще запас надо делать. Это 800-900 квадратов мы соберем для форели. А по тому способу, что был предложен, там где-то собрали, наверное, в районе 400-500 квадратов. То есть разница, ну, серьезная. При том, что те секции было бы и сложнее собирать, а здесь все намного проще, мобильнее получается. Все, ну, доставки секций сейчас тоже закончится. Все, начинаем подготовку к строительству. Вот это место установки. Тут без резака делать нечего, конечно, цепи, резак, машка, кувалда, ну и ломик. Все, это центральная секция, она была для планировала для заезда, ну для каких-то технологических процессов, там работы, всего прочего, садки, установки, кормов и все. То есть это стандартная ломочная секция ЛМ4. Все, сейчас ее ребята крепят. Все будет на цепях, потому что рыбхоз нельзя крепить жестко. То есть вот эти вот сейчас ЛМ-ка секции, вот они ходят, они прыгают. Это от ветровых нагрузок, от волн, от всего должно быть все мягкое сочленение. Так вот и здесь и мы будем делать, потому что жестко это сложно.
Все, одну секцию установили. Сейчас идет вторая секция. Все, вторую привязали. Ну, там не буду особо близко показывать. Вернее, там, по-моему, покажу немножко дальше. Но здесь ничего такого сверххитрого. Эти ЛМ-ки мы на пальцах так и собирали, как они были. Все, прям припарковали. Я это... Один палец у нас сейчас легко встанет, второй там будут проблемы. Потому что не совпадают там. Помимо того, что сверху пальцы надо вставлять, но заводом предусмотрено и на трубах крепления пальцевые. И они согнутые были во время транспортировки, поэтому вот сложность такая. Поэтому мы сейчас вот поднимаем, там все срезаем, все лишнее. Ну, на функционал никак не влияет на самом деле. Все линии собраны, не все, но много линий собрано без этих пальцев. Также если эти пальцы, ой, пальцы, крепления неправильно приварены, они отрывают заглушки. То есть вот эта центровая секция технологических работ там, и всего прочего, она планировалась совместиться, заезд должен быть еще с этой линии, чтобы полосу можно было заезжать. Ну, пока это не доделано. Все, теперь вот пошли секции делать. Все, секция получается 10 метров на 12. Все, как раз два стандартных садка, 4 на 10, либо стандартный 10 на 10, как бы. Удобно все, просто будет и работать. То есть это центральная площадка, вот там планировалось, а эти для обслуживания боковинки сейчас делаем. Все, ребята прорезают там в линиях отверстия и цепями соединяют все. Ну, все получится вроде мягкое сочленение и очень прочное. Цепи для этого использовались строительные, вот эти вот с мелким звеном, потому что с большим звеном здесь не работают цепи. И вот по этому принципу, в принципе, наверное, особо мне даже дальше рассказывать нечего. Так все и будет. Центральный вал будет, центральные площадки выставляться. Там одна площадка выставляется, потом эти боковинки заходят. Потому что если выставить сейчас все площадки проходные, потом заходить очень сложно будет. Поэтому приняли решение. Вот так вот чуть-чуть. Дальше помолчу. Ну, это вот для понимания все-таки времени, наверное, оставил вот целый цикл, как они крепят. Вроде все просто, тоже легко, но тоже есть свои проблемы. Вот сейчас ребята примеряют секции, как раз подходят, видите, 10-10, отмечают место установки этих площадок боковых.
Вот здесь видно, как притащили. Сейчас будет дальше. А это в реальном времени. Пожалуйста, посмотрите, как все это происходит. Все долго, мутно, вроде как кажется, но по-другому никак не получается. Вот площадка боковая сейчас видно слева стоит, нестандартная, это вот старые советского образца, они очень низкие, поэтому ее не стали использовать. А здесь вот так немножко показал, вот ну, с таким материалом приходится работать, как бы бросить такое, да, конечно, проще всего можно бросить, сказать, ну давайте купим тут новое и все, но все должно быть использоваться. Потому что выкинуть проще всего и сдать, но это еще может послужить и при минимальных затратах дать свой результат. Все, ребята вот восстанавливают все это. Ничего сверхсложного как бы нету, если работать с головой. Это вот сейчас будет уже сделано. Раз, два, три, четыре секции. По-моему, на этом все и остановится. Четыре секции по 120 квадратов. 500 квадратов практически. Пять секций мы сделали, значит, по 120. Это 600 квадратов. Ну, теперь еще одна сторона будет. Ровно такая же зеркальная. Но здесь уже, во-первых, проездных площадок нету. И нет в них смысла никакого. Поэтому здесь будут использоваться такие же площадки. Боковинки. Все это вот. Ровно такие же секции будут. 10 на 12. Здесь ребята сейчас будут маленько ремонтировать. Они до этого притаскивали эту боковую площадку. Она там разбитая была. Вот они ее восстанавливают. А вот если видите, даже на них нету настилов. Ну, это со временем будут делать, наверное. Ну вот сейчас, кстати, на двигателе точно я. Это я даже помню, как мы тут выглядели. Белая толстовка, кепка. Не кепка, а панамка любимая. Это я точно помню, как я тут бегал. Здесь они сейчас опять делают замеры, где нам устанавливать эту секцию. Все они проходят, все промеряют, ставят метки, и мы опять поплыли. We'll be right back.
полный консилиум, Роман Анатольевич и я куда-то убежали. Все, ребята дальше мерят опять. Проблема этих площадок боковых, что они не имеют такой точки опоры, как центральные, одна труба, поэтому не крутится. Поэтому ребята периодически вот их подцепляют, выравнивают и цепляют, чтобы все было ровно, насколько это возможно. Ну и вот теперь что получилось. Я строил, мне можно. Что раз, два, три секции слева. Да. И да, раз. Да, да. Ну давай тогда я свое заберу. Перила сделали вот. Давай, 4, 5. Смотри, куда 8 секций. Да, 8 секций. 120 квадратов, почти 1000 квадратов. Вот. Так вот. Перила сделали. Потому что без перила работать, конечно, это наказание. Не сильно все красиво. Не до конца все доделано. Я уже это снимал потом, уже после того, как уволился, просто приходил в гости. Да, 5 вроде секций. Уже когда уволился, просто потом приходил, снимал, потому что знал, что фильм нужно закончить. То есть вот тут вот окончание должно было там совместиться еще площадкой. И должно быть все заезжие, проезжие. Все, всем спасибо.